Здравствуйте всем! Сегодня я буду штукатурить эту стену. Так, солнце слепит. Вот эту стену уже заштукатурил. Косо-криво, лишь бы живо, но нам сойдет. Бетономешалка крутит, раствор. Еще 12 мешков осталось. Было 29. Эта стена замазана уже и высохла. Выглядит, конечно, по-моему, получше даже уже, чем вот это дело. Штукатурю я, конечно, впервые, вот не без косяков, но не хуже, чем вот здесь, к примеру, старая вот эта штукатурка, уже имеющаяся. Плюс покрасится всего один цвет и будет выглядеть, думаю, хорошо. Как я говорил уже, штукатурю я для того, чтобы материал этот меньше продувался. Как видите, он, во-первых, там полый, сам кирпич, плюс ко всему еще вот такую структуру имеет, он продуваемый, поэтому штукатурим, чтобы стена была хотя бы вот не продуваемая. Утеплять не утепляем в этом году, будем пробовать, как вообще проживем просто с такой стеной, каково оно. Но если будем сильно мерзнуть, будем уже решать, чем обогреваться, а пока делаем, что делаем. На что позволяют средства, на то вот и решаемся. Вообще, очень не хотел заниматься штукатуркой. Почему я внутри стены, помните, да, кирпичные оставил просто кирпичными. Но вот пришлось познавать и такие дела. Ничего, оказалось не так уж и сложно. Есть, конечно, свои нюансы. Ну и как и впрочем, я уже столярные работы могу воспроизводить, плотницкие, сварочные, слесарные, да что хочешь по дому, в принципе, пол сделал, никогда же этого всего не делал, ничего делается, в общем, ничего сложного в этом нет. Вот теперь штукатурю. Размазал. Завтра, надеюсь, уже все размажу до конца. Ну, как и обещал, поехали обзор хозяйства нашего. У нас здесь сейчас везде бардак, потому что, ну, во-первых, там привезли сено, нужно было место освободить, все там растащили по углам. Здесь я сейчас стены обрабатываю, тоже нужно было все от стен оттащить. Короче, бардак полнейший, там дрова так у нас все лето и валяются неубранные. Пожалуйста, не обращайте внимания, со временем все сделаю. Сейчас мы делаем в первую очередь самое важное, это готовимся к зиме. Готовимся сами к зиме, утепляемся, готовим корма животным к зиме, чтобы вот все сделать, все успеть. Поехали по хозяйству. Нет, гляньте, что у нас. У нас новички. Этим ребятам по там от 2 до 6 дней. Вон самая младшенькая кричит. 3 ягненка. Цветные, вот коричневенькая и вон та рыженькая девочки. Они у нас вырастем, нам будут на будущее стадо. Будут у нас жить. Вот этот мальчик пойдет расти на мясо черненький. Взяли ягнят, потому что у нас сейчас молока слишком много, больше, чем нам надо. Творога уже 2 килограмма лежит. Даже больше. В общем, съедать не успеваем, мы столько не употребляем. Поэтому пускаем все это на ягнят, а в будущем нам будет быстрее стадо.
Ну, сложно с ягнятами, только вот первые дни их жизни, пока они совсем маленькие. Дальше вон как мякиш, мякиша мы точно так же выкормили. Ходит, пасется со всеми, травку, сено. Взяли вот такой вот утеплитель, он такими вот брусочками во всю длину, это просто обрезки. Очень дешево достался, утеплить потолок в пристройке в доме. Столбики будут столбиками, стойками навеса. Сейчас покажу, где будем делать навес. Кто смотрел прошлое видео, собственно, осенний, что говорить, можете поглядеть. А гуси уже похожи на гусей. У нас их осталось мало, благодаря нашей собаке. Эйчик говнюк, мы как-то не ожидали от него. Специально растили его с маленького, пока он малышом был. Вместе с курами, вместе с козлятами и ягнятами. Но вот он засранец. Все-таки побежал играть с гусятами. Для него он же щенок, все еще растет. 4,5 месяца. В первую очередь, конечно, для него это была игра. Он бегал, игрался с ними. Ну и, конечно же, подавил, поубивал большую часть. Попутно, конечно же, понял, что это еще и вкусно может быть. Сожрал двоих. Но вот у нас их осталось мало. После чего он еще побежал играться с курами, чего мы тоже не ожидали. Что все-таки с курами он даже не пытался ничего делать. Вот, и убил нам еще одну курицу. Поэтому он пока там сидит у себя огражденный электропастухом. А вот гуси растут у нас. 8 штук. Курочки. Это наши, но не те, что были наши. Не те наши цветные черненькие, это обычные коричневые, и это старухи. Их продавали на суп, мы их купили нашим питонам на корм. По очереди они отправляются в пасти к хищникам. У них жертвенная миссия, жизнь они свою прожили уже, старушки. И стройки у нас вот такой вот красивый пол. Как и говорил, я его заколеровал, покрыл лаком, он со щелями, под ним ничего нет. Только вот влаги и пол из досок. А вот тут труба, вытяжка, и он там еще одна в углу. Кто не в курсе, труба вот эта у нас забирает воздух прямо из-под пола. Уходит на чердак, ну то есть в помещении она нагревается до комнатной температуры. Естественно же, здесь теплее воздух будет зимой, чем на чердаке. Он будет подниматься наверх. А забор воздуха, конечно же, вакуум этого не будет. Он будет забирать из-под пола воздух для себя. То есть, и вот такое движение будет. То есть высасывать будет воздух из-под пола. А под пол он будет попадать только через щели из помещения вниз. Поэтому, надеемся, у нас будет сухой подпол, во-первых, и теплый пол. Задумка такая. Но вообще, по идее, уже эта штука работает. У нас тут такое приключилось. Где-то здесь под полом сдохла дикая крыса. Воняет. Но в самом помещении я сейчас стою, запаха не чувствуется. Чувствуется запах только в дверях, потому что из-под пола тянет туда в дверь еще в воздух. Чувствуется запах вот там. Сюда налетала, бывало, мух, тьма. Мы сначала не понимали почему, а потом учуяли. А основная вонища все-таки уходит в эти трубы. Поэтому в помещении здесь не воняет, что хорошо. Тут у меня для отопления трубы закуплены, радиаторы новенькие, как видите, и куча фанеры. Фанера тоже в прошлом видео, кто видел, это я закупил упаковочную фанеру, очень дешевую, для того, чтобы обшивать вот этот потолок. Теми обрезками будем утеплять и обшивать вот этим делом. В будущем. Проводка у меня тоже вот она есть уже, она уже работает, то есть все вот эти вот розетки, но все вот эти сопли еще пока не организованы, не убраны. Стены внутри мы пока оставляем такими, какие есть. У нас на них не хватит в этом году средств, поживем пока так. Курица высидела трех цыплят, вот они уже большенькие, оперяются. Вон там вот, вот с хвостиком, это, скорее всего, будет курочка. И два петушка, скорее всего. Потому что у цыплят в первую очередь оперяются курочки. Хвостик вырастает, крылья и тому подобное. А петушки, они идут в рост в основном и гораздо позже курочек оперяются. Поэтому можно так определить их.
гусята из вольера вылезли впервые за долгое время. Там у них трава закончилась. Мы носим сами. Ну вот, выбрались, пасутся, хватают все подряд. Один, смотрю, штукатурки носяра уже влез где-то, засранец. Где, спрашивается? Здесь у нас 6 бочек с зерном уже. Тоже прошлое видео, смотрите. Там есть показано, что за зерно, как я это вожу. И эти же бочки там же тоже есть. Купили 20 бочек для хранения, ну, вы поняли, зерна. Обошлась каждая бочка по 400 рублей. Они все с крышками идут, с пищевые бочки из-под, господи, повидла какого-то китайского, я так понял. Сено у нас 21 рулон получился, это около 5,5 тонн. Должно хватить на всех наших животных, что у нас имеются. И у нас появится, конечно же, еще кое-какое животное, которое будет есть сено. Где-то через месяц или два. Да, это намек. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, увидите. Хрюны наши, дожди прошли, грязище у них. Все грязные стали, кошмар. Даже показывать вас стыдно. Но растут. Это уже 20-25 килограмм. Самочка самая большая. Ну и остальные помельче. Но ничего, растут. Прям хорошо в рост пошли после того, как мы их сюда вывели на солнце, на улицу. Наверное, около месяца они сидели у нас в сарае. Почти не росли, там наросли по килограмму. Нарастили на себя. Сюда мы их высадили, и за месяц они по десятке добавили примерно, а то и больше. В огород не попрусь, отсюда все покажу, расскажу так, издали. В общем, там у нас кусты виднеются повсюду, это кабачки и тыква. Очень хорошо разрослась, да, учитывая то, что у нас примерно 20% семян тыквенных и кабачковых взошло. Тыква у нас просто валом в этом году, несколько кустов и кабачков тоже дофига. А уродили все очень хорошо. Там вон много подсолнухов видно, но основное количество там должно было быть кукурузы. Кукуруза не взошла абсолютно вообще, по нулям просто. Ну, подсолнухи там зашли, и мы уже больше ничего в этом году не успели там посадить. Что у нас еще? Картошка. Вот здесь вот я копал, надо уже выкапывать ее. Ее там мало, и она мелкая. Ну, хотя бы больше того, что мы сюда закопали. Куль сажал, куль копал, как мама сказала. Огурцы в этом году были, помидоры начали плодоносить только сейчас. Так, в принципе, будут помидоры. Немножко было огурчиков. Здесь вот, кто помнит, одни из первых наших видеороликов из этой деревни. В начале лета я здесь сажал нут. Вырос обычный горох. Много гороха у нас было, но ничего, горох мы любим. Мы его съели, частично животным скормили. Плодовые кусты у нас хорошо плодоносили, я постоянно варю компотики, сливы плодоносят, груши, яблони, смородина вот уже окончила плодоносить, постоянно варим компоты, из всего этого вкусненько. Виноград, вот он здесь запутен, я еще всякой хрени понапривозил, понаставил, все некрасиво, но не важно. Винограда там очень много плодоносит, это вообще здорово, будем еще что-то с ним придумывать делать, не знаю пока еще. Эти вот белые рамы из-под пластиковых окон, они реально легкие пластиковые. Из них я не знаю, что буду делать, но из них можно сделать, во-первых, обшить сеткой и сделать вольер для кого-то, клетку. А во-вторых, их можно обтянуть пленкой и сделать теплицу, чего нам, к примеру, не хватало в этом году. Те же помидоры и огурцы у нас несколько раз замерзали. Новые приходилось саженцы покупать и сажать. И у нас еще не все по новеньким. У нас тут вот еще два мелких гаврика. Взяли еще двух поросят. Решили сделать такую инвестицию в эту зиму. Через полгода подрастет один кабанчик, пойдет на мясо. Там, сейчас вернемся к мангальцам, я покажу и объясню. Одна из них тоже пойдет на мясо. Поэтому поехали туда, покажу, расскажу. Во-первых, мы определили, что это на самом деле не настоящие мангалицы, а не где-то там характеристики их нашла, а скорее всего что-то с чем-то помеси. Но нам не суть на самом деле, что мы хотели. Мы хотели 3 особи, самца и 2 самочки.
Вот эта самочка, как видите, она маленькая, коротенькая, пузатенькая, прям уродливая. Скорее всего, свиноматка с нее будет не очень. И будет маленькая, ну и вот уродина. Поэтому она, скорее всего, пойдет на мясо через несколько месяцев, ну где-то зимой. У нас остается пара. Поэтому сюда мы докупили вот одну девочку. Она будет другой породы, конечно же, но она мясная. Качество мясные, надеемся, улучшить, потому что вес у тех больше, а у этих лучше стойкость к погодным условиям, во-первых. Ну и попутно к той девочке взяли еще мальчика тоже на мясо. Та порода, не помню, как называется, дирок с чем-то смешанный, чистых здесь не найти. Они мясо беконные, поэтому вырастим, будет у нас хотя бы свое мясо. Пес, вот видите, здесь проволока, не видите, огражден электропастухом, наказан, выпускаем его гулять только под присмотром. Про хранение зерна-то и столбы заикнулся и не объяснил. Столбы мне понадобятся вот сюда, ямок накопал, здесь я буду ставить навес. Начал копать ямки, заготовил столбы и вдруг вспомнил, что у меня стена-то не штукатурена. Сейчас я навес здесь прикреплю к стене и потом как штукатурить буду. И бочек понаставлю, поэтому пришлось тут бочки уже полные оттаскивать. В первую очередь заняться штукатуркой, а потом уже здесь сделаю навес. Туда 5,5 метров и сюда 2,5, то есть 2,5 на 5,5. Будет навес, куда, скорее всего, упихаю все 20 бочек, плюс еще нужен будет подход к крану с водой. Хотя зимой краном не будем пользоваться. Ну, посмотрим, короче. Зерна нам в этом году на зиму потребуется 4 тонны. Мы закупили только 1 тонну. Ячмень, овес еще нужно будет закупить, привезти. Козы и овцы у нас сейчас гуляют без привязи, без электропастуха. Решили не тратить время, не париться. Ну, что, блин, выпендриваться. Просто выводим их туда в поле. Они, в принципе, уже привыкли, гуляют, наедаются, возвращаются домой сами, но не без присмотра. Вон Влад идет, он у нас играет роль пастуха, следит за ними, чтобы они никуда не ушли. Потому что были инциденты, когда, ну, мы их выпускали просто, и они гуляли, просто поглядывали, там ли они, на месте ли они. И соседское стадо с козой и овцами мимо проходило, они пересеклись, перепутались, часть нашего стада ушло с тем стадом, часть их стада осталась с нашими. Вот такое, пришлось гоняться за ними и вылавливать, искать их. А, кстати, забыл шифер накрыть, надо еще шифер накрыть. Сегодня доделал клетку, тоже из всякого хлама, из все, что есть. Там, ну, ножки даже видно, что разные, с разных досок, с палок, веток, с этой, господи, с фанеры вот этой дешевой. Понамострячил клетку двойную, сетчатое дно у нее, чтобы говно вниз сыпалось сразу же. Вот сенник посередине между ними. Главное, что функционирует и удобно. Почему я начал делать клетки? Это вот первое. Кроме крольчих мы всех перенесем. Ну, кто смотрел видеоролики, знает. Они, в принципе, себя здесь хорошо чувствуют. Пользуются домиками, маточниками всеми этими, рожают в них. Но дикие крысы здесь у нас шарятся, убивают крольчат, съедают. Это прям большая проблема. У нас кролики все лето прожили в минус. Не принесли нам никакого ни мяса, никаких крольчат. Только здесь 3 крольчонка еще живых есть. Вон там они возле кормушки, отсюда не видно. И все. Шли на риск. Риск не оправдался. Пока по минусам с кроликами. И сейчас самки большинство беременные, поэтому я на скоряк люплю клетки вот такие вот. И сейчас вот самые беременные здесь уже сидят внутри. И пересаживаем их в клетки, чтобы они безопасно могли разродиться и вырастить своих детенышей. Яблоки. Таких яблок на Дальнем Востоке огромных я никогда не видел. У нас вот такого размера у нас были культурные яблоки, насколько помню, я из детства. Другое у нас, по-моему, ни черта там не приживается, потому что зимы суровые довольно-таки. А здесь вот такие яблоки, они растут везде. Чаще вот такие вот. Здесь у нас еще второй сорт есть. Не знаю, что это за сорта или как это название, виды. Но они растут повсюду, в буквальном смысле. В лесу, у дорог, просто везде. Прям повсюду. Ну вот ездим где-нибудь, ящик в машине лежит, едешь, тормознул, пособирал с дикой яблони яблоки, ящик целый, высыпал свиньям.
едят. Так что свиньи у нас довольны, подкармливаются всем вот этим делом. Прям круто. Компоты я с этого дела варю. Яблочное повидло наварил из них. Круто, удобно. Еще хочу попробовать пресс собрать, сок повыдавливать с них. Но это если будет время, потому что дел выше крыши. О! Гуси. Ох, бабахнуло яблоко. Гуси научились яблоки разгрызать, съедать. И теперь мы здесь все, что осыпается, это им уходит на корм. Только единственное, почему-то они вот такие вот малюсенькие не трогают. Видимо, самые жесткие зеленые. Мы решили дать имена ребятам, потому что они выкормыши соски, они будут ручными. Вот это вот кармен, вот это вот коричневая, это корица, это девочки. А этот без имени, потому что он на мясо. Я уже рассказал. Ну вот, в общем, милахи. Это и, наверное, дня два. Вот эта вот корица, она дня четыре, наверное, в отряду. Это тоже дня четыре. А, что еще сказать хотел. Кто помнит, здесь мы планировали строить виварий. У нас, кто не в курсе, питомник экзотических животных. И для этого нам необходимо большое количество мышей и крыс, которых мы тоже у себя содержим. Сейчас они у нас содержатся вон там в сарае, блестящая дверь. Нету ни времени, ни средств. Нам пришлось работать, во-первых, там всякие неожиданные вещи постоянно случаются, которые отнимают кучу времени. Работать в плане тоже трата времени. Детей пришлось готовить к школе. Младшая идет в первый класс в этом году. Это куча, головная боль, просто куча поездок по врачам. Врачи, нужно целую медкомиссию пройти. Врачи, это все кошмар, как неудобно. Во-первых, каждый врач в свое время там назначенный, а они находятся в 40 километрах от нас, в свой день, в свое время. Каждый день приходится ездить к новому врачу туда. Во-вторых, они еще находятся в разных местах по городу. Мы объехали, наверное, уже клиник 5 различных. Там сдать анализы, тут показаться этому врачу, тут показаться тому врачу. Вообще геморрой идиотский. Ну и старший у нас идет в этом году в техникум, Влад, он пасет коз. Пойдемте коз проведаем. Тоже, ну ему в основном из подготовки нужно было только учебные принадлежности и одежка. В общем, всякое время тратится, от вивария мы отказались. А будет вивария у нас там, где я показывал новенький пол, помещение мы отгородим перегородками. И будут там у нас некоторое время жить мыши и крысы. Вот они, гуляют. У нас свежие следы ведут к лесу. Пойдем посмотрим, что туда ездил трактор с телегой. Скорее всего, опять неутешительные новости. Овес на поле уже созрел почти, или созрел прям. Ну да, тверденькие, зерно есть. Ну да, как обычно. Привезли телегу хлама, мусора и вывалили в лес, вернее у леса. Будем проводить, наверное, разъяснительные работы снова с соседями. Так не хочется, блин, с соседями что-то ругаться или, господи, поучать взрослых людей, которые гораздо старше меня. И вот кто кого поучать должен, спрашивается, во-первых. Либо сразу же идти на конфликт и писать на них заявление, ну потому что, ну, жесть. Вот, это наш лес, купленный нами. У меня, получается, под боком сваливают помойку. Какого хера? Вот здесь вот, кто не в курсе, кто не понимает, мы купили себе большой лесной участок сельхозземли, заросший лесом.
планируем заниматься сельским хозяйством прямо в лесу. Так что подписывайтесь, не стесняйтесь. Будет много интересного, когда у нас освободятся наши средства, которые сейчас находятся в недвижимости. И получается, мне под боком нахреначивают вот это вот дело. Ну, как-то мне не нравится. Да и вообще некрасиво все это. Здесь помойка. Вот тут за этими деревьями, буквально в 10 метрах от меня, еще одна помойка. А в 100 метрах за лесом, там лесная дорога есть, там еще помойка. Это, ну, прям неприемлемо, я считаю. Как только я начну осваивать вот этот участок, слева вот эти деревья сюда идут, они еще не наши. А вот сюда вот уже идут вот это вот, это наша земля. Как только я начну осваивать эту землю, я начну избавляться от помоек, и мне лишняя работа нахрен не нужна. Поэтому надо пресекать это дело прямо сейчас. Пишите в комментариях, что считаете более приемлемым. Сразу же писать заявление на всех, пускай их штрафуют и знают, что так делать нельзя. Или же подходите и беседовать с соседями, не конфликтовать. Как думаете? Пишите внизу. Ну, легко. Все. Подписывайтесь на канал. Смотрите наши другие видеоролики. Они, конечно, колхозненькие. Как получается, так и делаем. Плюс получается очень редко выпускать все это дело, потому что, во-первых, нет времени. Ну, вы заметили, мы затянули со всеми делами немножко. И, ну, стараемся экономить время. А во-вторых, у нас очень испоганился интернет. И каждый видеоролик загружается от суток до 2 суток. Просто, значит, запускаешь загрузку видеоролика, падает весь интернет. Видеоролик загружается, но интернета у нас нет. 2 дня, пока он загружается. Поэтому, ну, то еще испытание — загрузка видеоролика. Кушать хочешь? Примерно так выглядит наше деревенское хозяйство спустя 4 месяца после переезда из города в деревню. Еще пуповины висят сухие, маленькие.